Сотрудники госавтоинспекции провели встречу с водителями холдинга «Городское хозяйство». Поводом послужило ДТП, которое произошло 3 июля с участием работников управляющей компании. Напомню, что происшествие случилось в районе дома номер 10 на улице Муравленко. Водитель КАМАЗа не убедился в отсутствии людей в кузове автомобиля и начал движение. В результате находившийся в грузовике рабочий упал и получил травмы различной степени тяжести. Происшествие классифицировано как нарушение правил эксплуатации транспортного средства. По данному факту Следственный комитет проводит проверку. На встрече госавтоинспекторы еще раз напомнили водителям городского хозяйства элементарные правила безопасности перевозки пассажиров, в том числе и детей. Показали несколько роликов социальной рекламы.